16 священников. Да-да, мы то самое и будешь, то можешь сегодня, может, чуть-чуть в сторону сегодня. Thank you.
наушники возьмите. Столик для молебна где-то должен быть, где-то там. Точно я не знаю. Благослови Пресвященнейший Владыко. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Живот даровал Христос воскрес.
Yeah.
сейчас нас лодку подарить. Все так мы говорим, да? Это в соборе. Чудеса нет никого, о крепок властитель, начальник мира. Он мир и мудрость.
Власть главы вашей не погибнет. В
терпении вашем стяжите души ваша. О великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и о Господине преосвященнейшем епископе Елисее, и о Господине преосвященнейшем епископе Иоанне, и о всей о Христе рати нашей. Господи помилуй, Господи помилуй нас, Господи помилуй. Еще молимся за всю братию и вся православные христиане. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Земли и сущих море далече, и милостив, милостиви буди, Владыко, гресех наших и помилуй мы. Милостив Бой человека любит Бог еси, и Тебе славу высылает. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, великий и непостижимый, спасая погибающие, животворяй мертвых, вся творяй по воле Твоей. И дивным Твоим промыслом, всяческая, преклони ухо Твое с высоты, святые Твое я, и прими от нас, смиренных и недостойных рабов Твоих, сердцем и усты, приносимые Тебе, благодарственные сия моления. Словия и за молитвы святаго великомученика и победоносца и чудотворца Георгия спаси и помилуй благохранимую страну нашу и вся православные христианы. Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Святая Богородица, спаси нас. Честнейший, первый, бесславнейший, без сомнения, Серафим. Без истинья Бога, Слово наше, Сущая Богородица, Тебе величает. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Тебе, Святому Духу, и Ты не пресни, во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Сонном Преосвященнейшем Владыко благослови. Воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны, и святаго великомученика и чудотворца Георгия Победоносца и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеку любит. Праздник в этом году украсился прибытием к нам
честных и многоцелебных мощей святаго великомученика и победоносца Георгия. Этот святой особенно почитался Россией, и он даже был в своем изображении помещен в герб российской державы. И все мы просто любим его, потому что он возлюбил Господа и возлюбил людей. И своим служением он облегчал много страждущих людей, страдания людей облегчал. И умолял Господа об их спасении для жизни вечной. Для нас, верующих, это самое главное – быть спасенными для жизни вечной, для Царства Небесного. А надо думать, что Царство Небесное не где-то там, а в нас с вами. Здесь уже на земле начинается и растет согласно нашему приближению сердцем и устами, и мыслью своей, и добрыми делами Господу нашему Иисусу Христу. Ему же слава во веки веков. Аминь. Поздравляю вас с прибытием в наш город мощей святаго великомученика и победоносца Георгия. За его молитвы пусть Господь пошлет благословение нашему Отечеству и всем людям земли русской. К славе Божией и к спасению нашему для жизни вечной, для Царства Небесного. Аминь. Христос воскресе! Είμαστε βαθύτατα συγκινημένοι που πατήσανε τα πόδια μας στον Άγιον, στα Άγια των Αγίων της Ρωσικής Γης. Мы очень взволнованы и рады, то, что в сегодняшний день мощи святого Георгия, а также мы, братья монастыря Ксенофон, находимся на этой святой земле. Όπως τα αίματα των Αγίων της Εκκλησίας μας στερέωσαν τον χριστιανισμό, как кровь святых христиан стали основой, на котором держится сегодня христианство, первые годы гонения церкви, έτσι και σε αυτόν τον τόπο στερεώθηκε η ελευθερία όχι μόνο της Ρωσίας, αλλά είναι ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Так и в этом месте произошла воздвигнулась основа того, чтобы произошло освобождение не только России, но, можно сказать, всей Европы. Θα ήθελα από αυτό το σημείο να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τον Αγιώτατο Πατριάρχη Ρωσίας, κύριο Κύριλο. Я хотел бы поблагодарить сердечно за то, что благословил на это дело нас патриарх Московский всей России, господин Кирилл. Он то идрима, то Агию Владимиру, мы проводим то Кирилл Виктор Костин. А также благотворительный фонд святого Владимира, также господина Костина Виктора Геннадьевича. Μας έδωσαν την ευκαιρία αυτή να βρεθούν τα λείψανα του Αγίου Μεγαλομάρτυρου Γεωργίου και στον τόπο, αυτόν τον μαρτυρικό τόπο της Ρωσίας. Которые помогли, которые содействовали в том, чтобы мощи святого Георгия Победоносца сегодня оказались на святой русской земле. Το Άγιον Όρος είναι ένα οικουμενικό κέντρο όπου ασκητεύουν και αθλούνται από όλα τα ορθόδοξα κράτη μοναχοί. Святая гора Афон является сегодня местом на земле, на котором живут на протяжении тысячи лет монахи со всего мира разных национальностей. И это ένα σημείο ενότητος, όπου είναι πρότυπο για όλους τους λαούς. Это является символом воссоединения, дружбы и любви народов, которые живут на этой земле. Τα λείψανα του Αγίου Γεωργίου φυλάσσονται χρόνια στην Ιερά Μονή μας, γι' αυτό τα μεταφέραμε στον τόπο αυτό της Ρωσίας, για να προσκυνήσει όλους ο Ορθόδοξος λαός. Ясница святого Георгия Победоносца.
находится веками в нашем монастыре. И сегодняшний год, и сегодняшний день является имеет большое значение для нас, так как мощи сегодня находятся на Священной Русской Земле. Ведь не είναι тихо, ότι την ημέρα της εορτής του Αγίου συνέβηκε και η ελευθερία αυτής της χώρας. Как мы понимаем, что и было не случайно, что именно 6 мая, день Святого Георгия, был это так, закончилась война. Οι δύο λαοί, οι ορθόδοξοι λαοί της Ρωσίας και της Ελλάδος, πάντοτε συμπορεύονται στο μαρτυρικό βίο που ζούνε. Наши два народа, греческий и русский народ, всегда были бок о бок, всегда были рядом в трудные минуты истории. Люди тут сенони, то эмо тут Христу. Так как нас всех воссоединяет кровь Христова и кровь всех наших святых. Эония и мнимы, полон зон Агион, мартирисов. Вечная память всех тех святых, которые сегодняшний день лежат здесь и коллеги Христова. Держи. Успел. Хорошо, до свидания. Смерть и смерть, о, брат, Иисус, живой,
добры, позвоните, я заберу. Вещи свои. С машины. Ну все, 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 понял. Все, да, 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 да. Восполняет.
призвал все страдания нашего народа. В течение многих десятилетий, которые происходили. И, наконец, послал нам мирное время. И я думаю, что в этом принял участие, чтобы это осуществилось, я твердо в это верю, святой великомученик Георгий. Каждая русская мать благословляла своего сына, уходящего на фронт, и просила, молитву просила великомученика Георгия сохранить ему жизнь. И мой отец был в этой ужасной войне. И ему Господь сохранил жизнь. И он умер уже в мирное время. Сейчас я смотрю на ваш приезд и на посещение нас святым великомучеником Георгием. И благословение его святой десницы. Бесконечно благодарен Богу и святому великомученику Георгию, что могу принять участие в этой благодатной встрече с ним, а через него и с вами. Ну, добро пожаловать! Христос посреди нас! Добро пожаловать. Пойдемте, приложимся к столу, а потом просим вас принять на
это событие радостное, и все верующие мы вместе с ними, все вместе испытываем радостное чувство и благодарность к Богу за то, что Господь благословил молитву великому мучителю Георгия на нашу землю в Белгород. Прибыла святыня, две святыни, икона, древняя икона, чудотворная икона и десница великому мучителю Георгия Победоносца. Мы же знаем, как особенно для нашей русской земли, ну, великомученик Георгий Победоносец почитается всем миром православным, но а наша земля особенно. Это подтверждено самой историей нашего народа. Ведь мы знаем, что в последней войне Великой Отечественной с именем великомученика Георгия Победоносца, с этим святым очень много связано и прямо увязано, я бы сказал, наша победа с молитвенным заступничеством этого великого и величайшего святого и родного, и близкого всем нам, русским людям. Вы знаете, конечно, во-первых, там, где хранится чудотворный образ великомученика Георгия и десница его в монастыре Ксенофонт на горе Фон, там очень много есть записей исторических монастырских хроников, книгах, свидетельствующих о многих чудесах, которые были на верующих людях с верою и любовью приступавших к образу святого Георгия Победоносца и его десницы. Чудеса разнообразные. Исцеление телесной болезни, исцеление душевных болезней. Кто с верой приступает и просит святого, это угодно Богу, это прошение, получает устройство и в земной жизни всех наших неурядиц, каких-то проблем и трудностей, они разрешаются по молитвам святого, милости Божией. И поэтому все зависит, конечно, от веры человека, потому что решающее в этом деле играет то, что вера самого человека и готовность самого человека исправлять свою жизнь по заповедям Христовым. Потому что мы имеем много проблем, но не всегда те, которые, когда мы имеем эти проблемы, сами по себе, конечно, не воспринимаются как зло, но на самом деле это милость Божья, это лечит нас Господь этими проблемами. И поэтому, если у Бога угодно, то не разрешается. Если нет, они продолжаются. Все зависит от того, что насколько самому человеку полезно или нет разрешиться тех или иных проблем в своей жизни, когда он с верою приступает к Богу и к ее святым угодникам Божьим, в частности, великомученику Георгию Победоносцу.